Ребятушки, всем привет! Решил я вам показать свой супер полезный ужин. Смотрите, вот картошечка с зажаренным лучком. Огонь. Так, берем тарелочку, да? Так, есть будем, конечно, вилочкой, но насыпать будем ложечкой. Уже подостыло, конечно. Лучше, конечно, кушать, когда она только приготовленная, но готовил несколько блюд сразу, поэтому вот картошка у нас осталась еще не тронутая. Так, ну вот столько будет достаточно. Так, и отправляем все это в микроволновочку. Так, пользуюсь вот такой вот крышечкой для микроволновки, чтобы стенки микроволновки мыть не каждый день, а хотя бы там раз в недельку. Может быть, раз в месяц. Так. Огонь. Так, возьмем йогуртика себе. Ну, это потом на десерт. Вот такой вот салатик есть, посмотрите. Ингредиенты. Ну, тут и тертое яичко, лучок. Причем лучок еще я с этого заготовил, с лета. Огонь. Так, и корочка. Еще есть рыбка такая. Возьму пару штучек. Смотрите, на десерт желейка есть вот такая. Упаковка не сохранилась, но ничего. Так, огурчик. Так, давайте огурчик. Два кусочка. Все, остаток вложим в холодильник. Ну, все-таки, да, сейчас не лето, поэтому свежих фруктов, овощей мало. Это не так, как летом, да, там взял килограмм помидоров, огурцов, там арбуза купил и питаюсь всю неделю. Тут не, приоритеты поменялись. Так, думаю, этого будет достаточно. Так. Уже и места на столе нет, видите? Так, ой. Так, ну я думаю, вы знаете, да, питание должно быть какое? Какое оно должно быть? Разнообразное. Не давиться одними продуктами, а всего по чуть-чуть. Поэтому так и сделаем. Три рыбки. Вот так вот ложечку салатика. Так, это сразу отправляем в холодильник. Так, салат тоже. Так, ладно, и корку на следующий раз оставляем. Все-таки у нас есть морепродукты. Так, лучка себе положим, чтобы гриппом не заболеть. Так, ну это потом доедим. Смотрите, какая смесь: огурец, рыба и йогурт. Ладно, мы сидим, а его потом, через время, там через полчасика, скушаем, чтобы оно все у меня в желудочке не перемешалось и не произвело негативный эффект. Так, ну и на этом все. Ставьте лайки. Такие, как обычно, кушаю за рабочим местом. Всем пока.